Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Доня, а также Димка и Андрюха. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва за контейнеры». Здорово! Всем привет, пацаны! Так, ну что, друзья, впереди у нас, собственно говоря, по 5 контейнеров. Это означает, что прямо сейчас... О, Андрюха разложился. Прямо сейчас, друзья, нельзя. Ты выбираешь, Алиска или же Сири, тебе будет выбирать контейнер. Давай, Алиска. Я на грабли не наступлю. Слушай, да? Так, а тебе, Андрюх? Я 100% Алиса, потому что... Хорошо, давайте. Сегодня всем Алиска выбирает из первых 5 контейнеров. Давайте выберем контейнер для Димки. Так, Алиска, погнали. Назови число от 1 до 5. А не на 3, 4, 5. А ну-ка, 2. 2. Давай теперь Андрюхе. Назови число от 1 до 5. 3, пожалуйста. Просто троечку я забираю. Число 4. Блин. Так, а теперь давайте мне. Назови число от 1 до 5. Число 3. Так, отлично. 2, 3, 4. И давайте посмотрим, что же нам выпало. А тут ты... Мог выпасть. Мог выпасть. Так, Поршек у Андрюхи. У меня РС 5 старая. О, Димона, тебе 11, а здесь еще, короче, баланс получается Мазерати обалденная. Окей, ребятки, ну что же, тачки реально интересные и не менее интересные испытания. Впереди, Димка, получишь по лбу. Впереди не менее интересные испытания, поэтому, друзья, полетели на первое, это у нас Драк Рейсинг. Итак, друзья, вот мы и прибыли на испытание под названием Драк Рейсинг, и давай, Дима, отсчет. 2-3, погнали. Ах ты жопа. Давай, пожалуйста, Удюшка, разгоняйся. Офигеть, у меня РС-ка так ни о чем. Не, ну в принципе, я, конечно, понимаю, что Поршек, как бы, и Астон, и РС-ка, я все понимаю, как бы, что у меня не очень, наверное. Да? Да? Где? Офигеть, реально взрыв. Алло, дядя, что творишь? Не, ну капец. Капец у меня овощ. Капец у меня овощ, оказывается. Обидненько. Ясненько, ребят. Ну что же, в первом испытании я проиграл и полетели на второй. Надеюсь, там я отыграюсь. Итак, друзья, вот и пришло время для испытания дерби. Ну что же, это будет максимально интересно, максимально прикольно. Давай, Андрюха, отсчет. 1, 2, 3, я вас всех сношу. Что ты делаешь? Сносишь нас, да? Нет. Придержи своих коней, Андрюха. О, минус Димка. На двух побежишь, да, правильно? Да, нет, все, это до одной. Одной. До одной. Не оговаривалось, не оговаривалось же под начало, да-да-да. Поэтому до одной. Опасность. Ну-ка. На тебе моя опасность, как тебе? А, нифига ты резкий, дерзкий. А, во, спасибо, Андрюха, просто от души. Я бы улетел, если бы ты меня не подтолкнул. Да-да-да, просто вовремя остановился. Отлично. Окей, ребят. Собственно говоря, здесь я зарабатываю свои 3 балла и полетели на третье испытание. Погнали. Итак, друзья, вот и пришло время для испытания спринт-гонка. Ехать там аж 5 километров и давай, Димка, отсчет. Давай. 1, 2, 3. Че ты там? Офигеть, там вообще перестрелял вообще. Да, Андрюха, ты кидал? Я думал, кто-то. Так, пацаны, по тормозам дали, улетели все оба, короче, куда-нибудь. О, хороши, просто лучше. Просто лучше. По своей. О, Димка, твою за ногу! Что ж ты делаешь-то? Бартан, я случайно, прости. Я верю. Верю на слово. Блин, у меня уже машина в мясо. Да что ж ты, Андрюха, здесь устроил? Что происходит, пацаны? Мы вообще не едем или как? Пацаны, мы вообще как бы доедем сегодня не до финиша, дерби, нет? Я не знаю, родные. Может это дерби, может это новое... Чё-то... Пацаны, ну мне не нравится, что вы ушли там, раз, короче, вперед так дружно. И вы там вдвоем, конечно, идете хорошо, я в конце иду. Алло, притормозите. Я врезался. Ой, о, Андрюха тоже. Врезался? Да, я Андрюху притормозил. Андрюха, жди, сказал. Да, Андрюха! О, я влез. Фига, я между ботами прыгнул. Я сказал, жги! Димон ничего не говорит, что сейчас было. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, Андрюха! Что у вас там происходит? Да, о, парни, его... еще раз, пожалуйста, еще раз друг друга уберите, я а? Его я почти вас догнал. Короче, тормозил, он врезался, да, в меня, в мою попку, короче, нюхал ее, да, и в итоге потом обогнал. Пацаны, что у вас там происходит? Нормально вообще, адекватно у вас? Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Да. Чуть ли в Гелендос не въехал. Да, 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 блин, я, знаете, я еду не врезать. Потом врезайтесь, я не могу вас догнать. Да, нормально. Да, ну, я Андрюха. Не, у меня... Дай ее догнать! Какая-то у меня овощка. Ебать, это что было? Чё там? Я не понял Димон этого. Димон на последнем дыхании чуть не вылетел с трассы, по-моему. Димка, притормози на своем розовом Астоне. Торможу. Димон! Димка! Я здесь, короче. А, он же попросил. Да ну, все это, ладно, ясно. Нет, Димка здесь приехал вторым, короче, понятно, я последний. Окей, ребятки, записываем баллы и полетели выбирать наконец-то новые машины. Ну что, ребята, впереди вторая партия контейнеров. И давайте историю. Алиска или Сири? Это что было? Дим, что ты делаешь? Алиса, да, Дима, кто? Алиса. Алиса, точно? Давайте выберем тачку для Андрюхи. Давай. Назови число от 1 до 5. 1, по-братски. Число 5. Ну почти. Блин, теперь давайте для Димки. Назови число от 1 до 4. Ой. Число 4. Так, а теперь давайте мне. А, назови число... Вы что-то хотели добавить? Да. А, назови число от 1 до 3. Ой. Ага. Выпало число 3. Просто всем последние номера называл. И у меня здесь Q7. У меня здесь новенький. Не совсем новенький, наверное. У меня, да-да-да, второй рестайл. Ну, похож какой-то из рестайлов, короче. Так, о, Тахо. А у меня Q7. У Димки, короче, Вок. Здесь, получается, еще был, получается, старый Q7. Рейнджак тоже старенький. И, друзья, тачки реально крутые, поэтому полетели на первое испытание. Окей, друзья. Ну что ж, время для прыжка в длину, поэтому погнали. Что ж, мы просто прибыли на внедорожниках, на паркетниках. И Димка улетел мимо. Димка, все окей, все хорошо, да? Так, ну мы здесь с Андрюхой прям зарубились. Какая скорость, Андрюха? 280, 290. 290, 300. 300. Чего? 305, 306, 307. Пацаны, отдыхайте. Что такое, сколько? 310. 320. Блин, по-моему, Дима сегодня всех... И прыжок! Ю-ху! Так, надеюсь, сейчас я перелечу. Ой, перелети, пожалуйста, забор перелетел. Да-да-да. Да, ебой, Андрюха подтолкнул, спасибо. Так, пока я первый. 335 где-то. Диман, так, а Димка где? Димка, стой, Димка на крыше! И да! Получается, по билборду я первый. А Андрюха зря-то двинулся, короче, Андрюха. А кто из вас-то второй получается? Я второй получается. Да. В смысле ты? Ну, я вот здесь, по билборду? А, кстати, у вас, короче, да, ребят, у вас ничья, я думаю. Да, у вас так, по 2 балла, мне 3. И полетели на 4, нет, на 5 уже испытание. Погнали. Итак, друзья, впереди испытание под номером 5. И это у нас оффроуд гонка. Зря мы, что ли, сегодня получили оффроуд тачки, да? Ну, да. Что такое? Что такое? Смотри на Андрюху. Мне кажется, ли он просто это палит. Я озадачен, пацаны. Да, кстати, Андрюхи коп. Окей, поехали. Фига, люто так. Ладно, поехали. Андрюх там бочком пошел на Тахо своем. Палит на копу. Так, 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 Андрюха! Андрюха, так, впереди дам, пацаны, впереди. Осторожно. Так, я там проехал, за мной просто Диман летит на бешеном рейнджаке. Видал, на изи просто расходит. Да. Фига да, там улетел. Эй, копы! Туда? Пацаны, там копы приехали. Андрюха! Вот, пацаны, идем по внешней. Пацаны, по внешней идем сейчас. Здесь вот. По внешней, да. Так, осторожненько, осторожненько, осторожненько. Так. Нет, осторожно, только нет! Нет, так, пожалуйста, да, Кьюшка! Это будет очень коварный, на самом деле. Так, спасибо. Нормально, я снова я поехал. Фига я резкий. Что там у вас на вас? Тоже там прыжки, что ли? Нет! Тактильная игра. Да, осторожно, 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 так, нормально, пацаны, все просто иду ощущения? И... Фига вы там вдвоем идете, просто вместе. Слушайте, чего сегодня все испытания вместе двигаетесь, скажите мне, пожалуйста, вообще. Мы любим друг друга. Ну, Димон, да, я понял. А, я, конечно, не пострекатель, но опять ваши заднеприводные штенечки пошли. Так, осторожненько, пацаны, нет. Я вот я поймал сейчас, столбец. Я рабочий. А, ну вот он далеко, пацаны, в принципе. Чё, на мотороллере прокатал? На капоте имею в виду. Я понял, да, я все понял. Ну да. Так, у тебя будет прыжок небольшой, осторожненько. Вот так вот. Оторвался от Димона, Димон на втором месте едет. Так кто оторвался-то?
Ну, а где Димон оторвался, да, или ты оторвался? А, так. Я не понял, ну ладно. Но я тем временем пацаны финиширую, я первый. Просто Q7. Блин, фига, Димон, оранжике прилетел. Андрюха там еще на таху своем плетется. И вот Андрюха финишировал. И окей, пацаны, мне 3 балла, Димке 2, Андрюхе 1, и полетели на последнее заключительное испытание. Итак, друзья, мы прибыли на испытание под названием съезд с горы Чилиат. И давай, Андрюха, счет. 1, 2, 3, погнали. Так, да вы заколебали. Кто на голубом рейнджаке, скажите мне? Не ты, да? Просто взял меня, убрал с дороги так красивенько, да просто беспалевно. Я не хотел, ты же видел. Бедная моя Кьюшка. Слушай, ну вроде как она хоть и колобашек какой-то, пошел, но она... Гляпа как пошел! Нифига ты улетел! Гляпа как пошел! Слышь, вот ты там иди. Ага, на крыше, да, просто идеально пошел. А вот я пошел. А вот я пошел, неплохо реально. На крыше, так, тихо-тихо, на колеса просто! Вот это был просто финтос! Финтифлюху заложил, пацаны. Нифига ты полетел! Тихо-тихо-тихо-тихо! Просто нужно знать, ребята, как на... просто нужно знать, как на этой удюхе ездить, пацаны. Да? Димон там, короче, что-то на крыше. Так. Как она держит дорогу? Просто идеально. Вы знаете? Просто я... друзья, у меня сегодня как бы две аудюшки попались. Вот РС-ка просто ни о чем по сравнению с этой Кьюхой, я отвечаю. Андрюха, лови меня. Блин, Димон, пожалуйста, на крышу. Ку-ку, пацаны. Я уже на финише. Дико неустойчиво. Я залетаю сейчас. Просто финиш. Нифига, я просто залетел, как батька. Обалдеть, у меня Кьюха разбитая, пацаны. Где вы там есть? Кто из вас второй там? Так, Димон. Димка, да? Димка. Стабильность не предел. Димка второй, Андрюха последний. Гляньте на мою аудюху просто, ребята. Просто посмотрите. Жесть, они убитые стали. Окей, ребят, записываем баллы, что с моей мордой. И полетели на подсчет. Итак, друзья, мы подсчитали наши баллы, и сегодня последнее место у нас занимает Андрюха, у него 11 баллов, а у нас с Димкой сегодня ничейка, у нас с Димкой по 14 баллов, вы прикалываете вообще? Это просто шок-контент. Шок-контент, пацаны. Окей, ребят, такая сегодня получилась серия. Просто максимально интересная, прикольная. Если вам понравилось, то, конечно, ставьте лайки. И также подписывайтесь на канал пацанов. Ссылочка есть в описании. Всем удачи и всем покедова. Покедова, народ.